Президент Владимир Путин провел прямую линию с россиянами и большую пресс-конференцию в совмещенном формате. Мероприятие прошло впервые с начала специальной военной операции, и к нему было приковано внимание всей страны. Руководство Сергиево-Посадского округа слушало главу государства в зале заседания администрации. Безусловно, сейчас будем внимательно слушать тот диалог, который состоится на прямой речи президента. Будем фиксировать слова президента, то есть то, куда будем двигаться. Ну, меня, безусловно, интересует в разрезе тех отраслей, которые я курирую в администрации. Будем слушать новые вводные. В случае, если поступят какие-то вопросы, будем немедленно, конечно, реагировать на них. Повышение реальных доходов. Надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы не часто это делаем. В числе тем вопросов, которые задавали президенту, поддержка семьи военнослужащих и ветеранов СВО, развитие новых территорий, образование, здравоохранение, искусственный интеллект, экономика и многое другое. Заявления главы государства определяют дальнейшее направление работы органов государственной власти всех уровней. Жители Сергиево-Посадского округа слова президента интересуют не менее. Вы знаете, что сегодня прямая линия Путина проходит? Знаем, да. А вам интересно, о чем там речь? Интересно. Да, домой приду, послушаю, посмотрю. А вы знаете, что сегодня прямая линия с Путиным проходит? Да, конечно. А вам интересно, о чем там Очень речь? Очень интересно. Сейчас она продолжается еще. Вы планируете посмотреть вечером продолжение новости? Вечером посмотрю, все, весь повтор. Прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась более 4 часов. Хорошая новость для пенсионеров. Президент заявил об отмене комиссии банку при оплате ЖКХ для пенсионеров. К слову, данное решение стало результатом работы Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, который возглавляет депутат Сергей Пахомов. В своем телеграм-канале депутат отметил, что законопроект уже одобрен обеими палатами парламента и в ближайшие дни поступит на подпись президенту. Михаил Зуйков, Вячеслав Шумов, Сергей Власов, ТВР-24.